Предпринимаются важные шаги на государственном уровне по оценке состояния восстановления природных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях. С целью привлечения молодых экологов к этим мероприятиям был представлен итоговый отчет по проекту «Участие молодежи в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана», реализуемый общественным объединением «Айдия», Министерством экологии и природных ресурсов и Молодежным фондом Азербайджана. Было отмечено, что для участия в проекте обратились более 300 молодых людей, получивших образование и работающих в сфере естественных наук. На основе собеседования был отобран 61 участник. Участники были разделены на группы по 6 направлениям, в том числе биоразнообразие, геология, водные ресурсы, охрана лесов, гидрометеорология и мониторинговая служба, топография и картография. Были организованы многочисленные поездки молодых экологов на освобожденные от оккупации территории – Джабраил, Физули, Кубатлы, Хаджавен, Зангелан, Агдам, включая Шушу. В ходе проведенных на этих землях оценивания экологического состояния, в том числе с использованием спецустройств и приборов, радиационного фона, качества воды, анализа почвы, молодые люди воочию увидели совершенный экологический террор. Таким образом, молодые участники проекта получили возможность расширить свои знания и опыт по экологической оценке и мониторингу. Самир Уруч, Нуран Эликперли, Нюльфар Асланзаде, новости СТВ.